в свое время я начал служение этой общине, я был исполнен надежды, что мое предназначение – озарять светом души людей. Почему живешь совсем одна? Где твой муж? Нет мужа. Людей вроде тебя, чей жизненный путь омрачен страданиями и болью. Возвращайся туда, откуда пришла, ведьма проклятая. Твой уединенный образ жизни, помешательство твоей матери, подтолкнуло прикоснуться к тьме. Они приходят ночью и берут тебя, словно живого. Но знай, для укрепления веры праведная община должна быть полностью очищена от святотатства.